торговой сети «Зуми» хочет сделать подарок благотворительному фонду «КЗМЕД». Этому центру мы передаем чудо-печь, швейные машины и так далее, много приятных подарков. И также мы хотим передать денежную сумму в размере 200 тысяч тенге. Крупнейшая торговая сеть «Изуми» давно стала популярной у жителей и гостей Шымкента. Благодаря поддержке покупателей стала возможна реализация благотворительных проектов. Теперь и у маленьких жителей Кайнар-Булака появится место для реализации своих творческих идей. Совсем скоро центр будет работать на бесплатной основе. С торговой сетью «Изуми» мы давно сотрудничаем, очень много праздников и мероприятий вместе с ними создавали. Они были нашими партнерами, и благодаря их даянию, щедрому сердцу, мы, честно говоря, очень многим детям принесли большую радость. Наш фонд как бы нуждается во всем этом оснащении. Мы хотим сделать, чтобы обучать их хендмейду. Сейчас это очень актуально. Это как бы, ну, есть люди, которые очень любят хендмейд, очень любят как бы покупать и делать. Это очень красивые изделия, ободки или, допустим, там браслеты или что-то, какие-то колье. Второе, мы хотим вот сделать этот вот курсы для девочек, чтобы, ну, они занимались машинками, как бы, ну, вот именно шитьем, да, кройки шитья курсы сделать им. И третье, наверное, мы хотим, чтобы вот это вот те же самые печеньки, которые вот они будут для детей, мы будем поить их чаем, эти же самые печеньки, чтобы изготавливали сами девочки. Этот широкий жест от торговой сети «Изуми» не первый. Руководство неустанно протягивает руку помощи детям с ограниченными возможностями. Так, недавно торговый дом «Изуми» и фонд «КЗМЕД» порадовали детишек шоу мыльных пузырей, дискотекой и яркой концертной программой. Мимо гаснущих звезд на небосклоне к нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется.